В продажу поступает Солярис, 20-й год, 1.6. Это уже рестайлинг с монитором выносным. 61 тысяча пробега, весь в родной краске, зеленый отчет. По цене будет 1.7. Продажа от собственника. Лето на штамповках, зима на литье. Есть автозапуск, машина обслужена. Состояние идеальное, крашеных элементов нет. По комплектации у нас зимний пакет, ESP, кожаный мультируль, подогрев сидений, руля, полностью лобового, классический шестиступенчатый автомат, климата нет, пробег, руль без дефектов, естественно, полный электропакет. Ни такси, ничего. Эксплуатация Иркутск, там еще какой-то город, но без реагентов. Снизу порядочное состояние. Сделаем замеры лакокрасочного. Крыша у нас в родной краске. Стойка в родной краске. Капот. Пороги без дефектов. Это грязь. Это грязь. Арочки в девственном состоянии. Есть вот такая притертость на бампере. Здесь кто-то на фаре легкая. Или заметная. Бампер без дефектов в этом месте. Вот здесь тоже есть сзади. Внизу на брызговике шорка небольшая. Здесь все идеально. Стекла все оригинальные, здесь полный подогрев, кромка без дефектов. Здесь еще мошку не отмыли. И битум, это все уберется. Ну, кое-где тут сколы, конечно. Губа целая, туманка целая. Фара целая, здесь все целое. Ничего не откручивалось. Все отлично. Тазик. Все целое. Проемы не зашорканы. Какие-то легкие пятнышки есть, герметики, все оригинальные. И такое состояние у нас салона. Весь показывать не буду. Все нормально. Также все на месте. Здесь легкие царапины есть. Ну, что-то. Такие. Здесь вот косячок. Все четко. Резиночка не прошорканная.
сиденья в изумительном состоянии. Болтики все отлично. Здесь тоже. Порог не запиленный. 79. Установлены газ-лифты, капот без демонтажа. Все заводское. Здесь так вот интересно установлены газ-лифты. Это у нас кочерга. Здесь все. Все абсолютно целое. Ремешок в отличном состоянии. Есть, да, легкое отпотевание, не вижу на телефон. Здесь клапанная крышка сухая, катализатор здесь на месте. Здесь пыльник сухой. Там пыльник сухой. Катушки все оригинальные, будет сделана эндоскопия. Приложу фотографии потом. Масло прошло 4500 сейчас. Полный, масло чистое, антифриз в уровне, аккумулятор еще родной, фары оригинальный Mobis, фары Mobis, здесь точка, точка. С мягкими игрушками. Посмотри. Главное не попасть на ту, которая боулинг любит. Два пальца в ноздри, один в рот. Работает идеально. Шины еще родные. Тормоза, думаю, колодки докатать, менять. Уже бортик больше миллиметра. 100% родные. Кондиционер все работает, камера с разметочкой, коробка переключает на месте идеально, по рулевому никаких люфтов, сейчас диагностику сделаю, винт, блоки управления соответствуют, обязательно нужно проверять, по диагностике вот одна ошибка историческая, ничего не удалял, сейчас еще параметры поглядим, так. Тут не густо, конечно, можно посмотреть. Пропусков немного было. Сейчас их нет. На одометре у нас 61-142. Смотрим пробеги. Все, что есть здесь, по крайней мере, больше, чем на спидометре, здесь нет, и это радует. Ну вот тут видно, что ни разу даже не стирался.
не стирались ошибки на этой машине.